Всем привет! Сейчас я буду высаживать свою юку. Как мне пришла посылочка с юкой, я вам поставлю ссылочку в описании, вы посмотрите. Юка выглядит вот так, насколько я поняла. Это растение делится корневищем, либо размножается черенками, насколько я поняла, и семенами. Но мне прислали вот такой вот корень. Давайте посмотрим. Корень выглядит вот так. Он вот так даже. Вот. Это верхушка, листики. А вот здесь вот разделили корень. И вот видите, у него здесь вот такие вот парусточки. Честно скажу, что для меня это растение новое. Я не знаю, как за ним хорошо ухаживать или нет. Что я решила сделать? Я купила почвогрунт. И здесь, видите, он подходит для юки. Я так понимаю, что это и для папоротника. То есть здесь немножко кисловатая, наверное, почва. И будет хорошо именно для юки. Куда я буду садить? Ну, сейчас будем искать место на моей клумбочке. Весной я эту клумбу буду увеличивать. Поэтому сюда я буду высаживать и свою юку, и гортензию, и много-много еще чего. Юку я, скорее всего, посажу где-нибудь вот здесь вот, с краюшку. Возможно, в будущем она у меня, конечно, будет еще пересаживаться, но пока вот так, потому что, ну, клумба у меня, скажем так, со временем тоже переделывается, поэтому будем где-нибудь высаживать вот здесь. С краюшку я ее здесь вот и посажу. Эту свою юку. Копала здесь ямочку, ребята, и забыла, что у меня в этом месте рос гиацинт. Синий гиацинт. И я его взяла и немножко резанула. Сейчас попробую пересадить его куда-нибудь в другое место. Должен прыжиться. Ямочку, в принципе, я выкопала небольшую. Да тут вроде бы и корень такой, что куда же ее большую-то, эту ямочку? А вот не так. Вот так. Тут и корень-то такой, что прям ямка 10-20 сантиметров и все. Так, ну, тем не менее, я сюда подсыплю вот этого грунта. Немножко смешаю. Я не буду сюда сыпать, ребята, дренаж. Почему? Потому что у меня здесь один песок. Тут и дренажа как такового не надо. Ну и все. И будем садить. Тут распрямим корешочки. И будем надеяться, что приживется. Вот. Чуть-чуть ломануло. Даже, видите, даже ямка и большеватая. Ну, пока вот так. Пусть растет эта юка. Сейчас еще подсыплю другого грунта. У меня там еще один грунт есть. Немножко сверху. Ну, в принципе-то и все. Сейчас польем. И все. Сейчас подсыплю немножко еще вот такого грунта. Здесь он, конечно, для голубики, но я думаю, что и для этого пойдет. Вот. Здесь питательный грунт. Немножечко подсыпем. И осталось полить. Хорошенечко полили. В принципе, все, ребята. Надеюсь, что весной эта юка у меня проснется и пойдет в рост. На зиму я ее чем-нибудь приложу. Может быть, даже вот этими ветками бархатцев. Взяла, кстати, отсюда один кустик, пришлось вот удалить. Вот, ребята. Так что, если вам интересно, подписывайтесь. Я надеюсь, что я вам покажу, выжила эта юка, прижилась она, не прижилась. В общем, все будет впереди. А сейчас я пойду садить гортензию.